Я представитель организации поставщика, который поставляет битумные материалы. Сегодня перекрыл движение для базы, на которой находится организация многопрофильное строительство в городе Балаково. Перекрыл с целью, чтобы не выезжала, не смогла выехать никакая крупная техника, потому что многопрофильное строительство должны мне денег, и в назначенный срок эти деньги не оплатили и неоднократно давали большую отсрочку, ждали несколько недель. Сегодня вот тоже буквально несколько часов назад обещал оплатить 1 000 000, общая сумма задолженности более 4 000 000. Сегодня обещал оплатить 1 000 000, вот, но так до сих пор денег и не ушло. Не пришло и не ушло от него даже. Бухгалтерия не дает платежное поручение. Это вот завод непосредственно, техника, ну и представители охраны. Вот. Возможно, сейчас будут вызывать сотрудников ГБР. Не подходите к моей машине. Вот это моя машина. У меня есть документ, пожалуйста. Приехал сюда, закрыл проходную, блядь. Вопрос только в одном. Чтобы мне вернули деньги. А он нас кормил сегодня завтраками два месяца. Не 2 месяца. А сколько? 2 месяца. И что, вам ни капли битума не приехало за 2 месяца? Блядь, колесо сейчас вырвут. Нахуй. Смотрите, что делают. Кстати, водителю надо сказать, что если страховки нет, то он платить будет. Там если страховки нет, то деньги с вас будут браться. Я предупредил вас. Если страховки нету этого, то деньги с водителя будут браться. Работайте, да? За этого. Что? Работайте. В смысле работать? В милиции работайте. В милиции? Нет. Делайте, я просто... Нет. Я в милиции не работаю. Куда? Не убираешь? Не убираешь машину? Я вопрос не... задаю, не убираешь? Нет. Цепляй. Давай. Сейчас. Открой на друг. Шрамбан, открой. Открой шрамбан. Шрамбан, открой. Шрамбан, открой. Тащи. Тащи! Таша! Я не уйду, брат. Таша! Таша ты! Вот эта же штука отлетит. Ты мне ногу сломаешь. Ну ты что делаешь? Убери машину. Да, Сивак, ну машину убери. Машину убери, тебе говорю. Давай вызови. Вызови. Таша! Вызови ГБ. Блядь, это что? Таша! Порвется, блядь. Таша! Убираешь машину, нет? Убираешь или нет? Я тебе вопрос даю. Зачем? Убираешь или нет? Убираешь? Какого хуя убирать? Потому что мне денег не хватит. Тиши, тащи, Таша! Ну вот что он делает? Убери Смотрите, машину. Она же двигается. Машину убери. Нет.